отличникам в МИЭТе особенно рады, ведь именно они являются лицом вуза. Конкурсный отбор фонда Потанина – отличная возможность для талантливых ребят проявить себя. Испытание состояло из двух этапов. Первый – тестирование. Оно включало в себя 70 вопросов. Время ограничено – всего 30 минут. Вопросы поделены на две части – одни на эрудицию, другие на логику. Во второй тур могло пройти максимально 100 человек. Следующий этап состоял из тренингов и мастер-классов. Например, организовать межгалактическую торговлю между четырьмя планетами. На каждой планете были производители титана, конструкторские бюро и авиационные компании. Главная задача – получить наибольшую прибыль. По результатам двух этапов были отобраны 20 человек, которые в течение года будут получать дополнительную стипендию от благотворительного фонда Владимира Потанина. Также стипендиатам предоставится возможность поехать в летнюю школу. Там ребята смогут реализовать свои проекты. Помимо стипендии, которая будет выплачиваться в течение года, ребята получают возможность участвовать в летней школе фонда, которая дает возможность ребятам реализовать свои проекты социальные в рамках своего вуза, своего города, возможно, даже своей страны, оказать влияние позитивное на жизнь вокруг. Самый волнующий момент – оглашение списка победителей и вручение дипломов. Ребят, спасибо за честную игру, очень было интересно всем. Всем спасибо. Спасибо нашим организаторам. Отбор завершен. Победители определены. Ребят переполняют эмоции. Многое дало именно участие в этом конкурсе, что было очень интересно людей узнать, себя показать, так сказать, посмотреть на наших отличников, которых оказалось так много. Я очень рада, это было очень интересно, это было познавательно. А общаться в течение одного дня со 100 людьми, которых ты не знаешь, с которыми ты никогда не пересекался, это было интересно. Это было очень сложно в какой-то степени, поэтому сегодня радость победы, она огромная. Успехи в учебе не только дают гарантию успешной сдачи экзаменов, но и открывают двери на пути к достижению ваших целей. Маргарита Ануфриенко, Михаил Кириллов, МИЭТ-ТВ.